Ну что ж, Арина Рунар, это микрофон Мамру, это новая серия нового сезона. Ну что ж, погнали. Начинаем новое поселение, такой увлекательной игрушки, как RimWorld. Начинаю сценарий «Я не прекратую жестокость», «В одиночестве, без одежды, без ресурсов». Выживу ли я, это сложный вопрос, и это будет максимальная сложность, и будет, думаю, сразу интересно. А рассказчик будет у меня Рэнди Рэндом на режиме выживания, если что, можно в любой момент изменить, и думаю, с этим сложность не возникнет. Как зерно у нас само называться будет, в принципе, нам без разницы. Размер карты я поставлю 50, и больше менять ничего не буду. И создаем наш сам мир. После того, как мир создался, нужно выбрать место. Рекомендуемое место лично от меня. Я рекомендую строиться, если у вас нет особых таких навыков игры. Допустим, как у меня, я не профессионал этой игры, я просто любитель. И я предпочту селиться где-нибудь ближе к горному биому, где-то в тропическом поясе, где-то ближе к горам, например, вот в таких вот регионах. Так, мелкий ручей, река, мелкий ручей, поверхность горы, кстати, это горы очень мне важно, средняя температура от 6 до 28, и в принципе теплый регион, что тоже в принципе меня устраивает, период роста от 40 до 60 дней тоже в принципе, ну, на самом деле такое, но ничего же, скорость добычи, да, средняя частота заболевания, то есть это идеальное место для меня, находится она где-то на середине, почти в экваторе, меня все устраивает. Нажимаем далее. И теперь я буду создавать персонажа. Тут у меня будет такой вот универсальный человечек, который я назову Пельмень. В итоге у меня получился примерно вот такой персонаж. Он у нас оптимист, быстро обучаемый и обладает хорошей памятью. Из перков у него на 12 дальний бой строительство и горняк я ему тоже прокачал. Остальные, в принципе, не такие большие навыки. Из быстрой обучаемости на дальний бой строительства. По отношению тоже ничего не менял. Начинаем мы совсем без всего, что тоже будет небольшой буст. Он будет инженер, так я сохраню пресет. А для начала посмотрим на карту. Она, в принципе, большая, что мне нравится. Потому что я выбирал большую карту. Управление мне особо не нужно, потому что я уже знаю. Смотрим, что у нас есть по карте. У нас есть олени, что тоже хорошо. У нас есть тут много всего. У нас тут есть гора, в которую можно развиться. И думаю, вот это место идеально для того, чтобы поселиться на первый этап. Но для того, чтобы здесь поселиться, я не вижу тут пока жуков. Это то, что тоже хорошо. И поэтому нужно посмотреть, где мы поселимся. Так, замечательно. Мы селимся здесь. Сразу стоп. И пельмень. Замечательно, мы расставили приоритеты, распределим работу приказа, ему прикажем срубить пару деревьев и нужно собрать ягоды, вообще все, что есть здесь есть, желательно все ягоды, которые вообще в принципе мы найдем, а можно еще вот так вот разобрать. Так, сейчас пельменю скажем идти разбирать. Ага, не настроен строить. На четверочку хотя бы ему все назначим. И начинаем. На троечку сделаем скорость. Замечательно. Куда ты пошел? Ага, ты пошел собирать. Это лечебный корень, это не совсем то, что нужно. Срезать мы ничего не будем, мы должны собирать. Так, назначим небольшой склад. Где у нас будет находиться первоначальная еда. Склад, запретить все. Продовольствие, замечательно. Так, я думаю, мы будем развиваться сначала вот здесь вот, где-нибудь. Ага, вот еще небольшое здание, где тоже можно развиваться. Сейчас он, пельмень у нас пойдет заниматься садоводством. У нас уже есть еда, и, пожалуй, ему сначала насильщика перенесем на троечку, потому что еда нам все равно нужна. Да, замечательно поешь. И сейчас ему мы просто назначим склад, который здесь, просто, и который будет все. В том числе труп обломки. И также построим сейчас небольшую мебель. Спальное место ему. Обычную дверь. И тут дверь обычную. Замечательно, и будем за ним наблюдать, что он сейчас будет делать. Он пойдет переносить. А также я забыл ему обозначить время распределения. То есть ему перед сном час поставлю. То есть. А, нет, не так. Это не так делается. Так, не ограничено. Что угодно. Вот, и мы обозначим развлечение двумя этими местами, а остальное он будет работать время.
Все замечательно, пельмени. Ты будешь работать над проектом из дерева. Все замечательно. И также здесь вот нужно будет построить дверь. Но это потом, потому что это не так срочно. А срочнее нам нужно будет найти еду, потому что запасов данной еды нам хватит ни на что. Нужно будет построить рабочее место для того, чтобы сделать там хотя бы банальные 30 древесин трубы. Я думаю, скажем ему сейчас работать над проектом, и потом он отправится на спать, и думаю, на этом закончится наш день. Замечательно, ты изготовил хороший лук. Это замечательно, пельмень. Неохлажденный, используется через 14 дней, 14 дней, это очень даже много. А зачем ты его срубил до конца? Не знаешь? Ну, я тоже не знаю. То так, я забыл запретить здесь продовольствие. И пельмень займись переноской, да. Было бы неплохо. В принципе, я продолжаю сейчас заниматься собирательством. Я думаю, это мне поможет. И нужно будет уже начинать делать первоначальные склады и первоначальные ресурсы для постройки в дальнейшем. То есть, уже начинать строить, допустим, здесь базу обустраивать, потому что я думаю, сюда идти нам очень далеко, и это будет не очень нужно. И поэтому я начну, допустим, развиваться, делать хотя бы себе первоначальную оборону. Для этого нужно начать строительство. То есть, раз, два, ну, допустим, 5 у нас есть. Раз, два, три, четыре, пять. Разметил небольшую зону под дальнейшие склады, и тут, пожалуй, нужно построить ему с приоритета строитель двоечку. И думаю, он пойдет там строить, и еда у нас пока есть, то есть 32 еды. Замечательно. Из-за механики игры видим то, что она начинает портиться из-за того, что лежит на улице, и это не есть хорошо. Я собираюсь сделать небольшой склад для того, чтобы у нас вещи, которые лежат на складу, не портились. Теперь я собираюсь разметить склад, то есть делаю всю это, не, хотя нет. Тут у нас, хотя для начала всю эту сделаю область. Так, копируем настройки, сюда устанавливаем, и этот удаляем. Замечательно. Теперь сейчас он займется переноской у нас. Правда, не есть хорошо, мне кажется, то, что он сейчас бегает по всему на складу, но что же делать, у нас больше особо нечего. И я сделаю небольшую сейчас хотя бы в следующем дне, то есть нам нужно будет сделать обязательно кровать. И уже начинать заниматься технологиями, я смотрим. У нас есть даже кондиционеры изучены, замечательно. Если у нас изучены кондиционеры, то это очень даже замечательно. Так, убираем. У нас пельмени начинают отдыхать. И теперь нам нужно заняться сначала нашим копанием. То есть прикажем, у нас есть, я вижу, тут немножко железа есть, залежи железа. Нам нужны будут еще и компоненты, помимо самого железа. Только где эти компоненты, я не вижу пока. Железо одно. Вот я вижу, тут есть небольшое здание, я надеюсь, это древнее зло. О, вот компоненты, кстати. Но всего две штучки, и поэтому... Так, сколько у нас время? В принципе, 21 час, и пельмень уже будет идти домой. То есть он уже будет спать. Просторный интерьер 5, еда на земле. Ага, то есть я столик бы сделать так, замечательно. Я тебя понял. Сейчас мебель себе сделаем. Стол обычно 1 на 2. И табурет обычный. Думаю, ты с этим справишься. У тебя приоритет стоит по строительству. Потом я ему сделаю больше вот так вот. И шахтер двоечку, троечку даже. Двоечку лучше. Сначала все выкопай, а потом уже носи. Что, по идее, 14 ягод осталось, этого крайне мало. И предлагаю сейчас пойти искать ягоды, потому что ягоды нам нужны. Заняться небольшим собирательством. То есть вот у тебя же и намечены. Срубить ягодный куст, срубить куст. Срубить сейчас не несколько кустов, потому что кусты нам нужны. Я понимаю, что железо это важно, но нам нужно сейчас заняться в первую очередь холодильником, потому что чем раньше мы это сделаем, чем раньше мы этот проект закончим, тем будет лучше. Так, теперь у нас еда, небольшие запасы есть. И продолжает, ну, пусть наш пельмень долбится. Пока у нас там пельмень долбится, я предлагаю ему также разметить небольшое строение. А, тут есть уже небольшое строение. Пожалуй, его и разберем. А также сделаем стену из дерева. И, пожалуй, я построю небольшую тут комнатку. И будет у нас здесь находиться у нас непосредственно наш морозильник. Думаю, даже такая у нас будет очень большая комната. Пока нам хватит и вот такой вот, пожалуй.
Ветрогенератор, ну, я думаю, здесь поставлю, будет хорошо. Я знаю, что требуется сталь и этот, но тем не менее нам деваться особо тут некуда, и поэтому придется ставить, что есть. То есть вот таким вот образом мы поставим генератор. Я знаю, что ресурсов как бы ты не видишь, но они официально у тебя есть. Я как говорил, тут древняя опасность, и пока я думаю, туда даже рыпаться нам не нужно. Это будет лишним. Пока он спит, я, пожалуй, в области, где наш ветрогенератор, я поставлю нашу в области посадку. Хотя бы какую-никакую, какая есть. Думаю, такой нам области хватит. И, пожалуй, засею я ее клубникой. Потому что клубника это тот та еда, которую можно есть и не париться. И в каком смысле я имею в виду? То, что ты ее можешь есть сырой. И сейчас пельмень наш займется этим, и думаю, можно будет заниматься дальше. Так, я думаю, у нас... А, в температуре, наверное. Да, кондиционер у нас находится в температуре. Угу. Вот таким вот образом мы должны его разместить, но думаю, пельмень этим побольше займется. Как ты у нас пельмень? Крайнее недовольство в чем? Понял, ему не хватает развлечений, то есть ему нужно побольше свободного времени, то есть, ну, пускай он будет развлекаться больше перед... Точнее, после сна. Я знаю как по себе то, что лучше всего работать после сна. Вот, а ты куда сейчас пошел? А, поесть, да, поесть святое. Так, я тебя понял, ты не занимайся сейчас переноской, потому что это ненужное дело. Так, ты продолжаешь заниматься переноской, ты меня не понял, да? Ну ладно. Так, раз, два, три. И это все надо будет разобрать. Так, у нас тем временем пошел пельмень добывать наши залежи деталей, что очень хорошо. Замечательно, наш пельмешка додумался и то, что можно переносить наши материалы. И вот я еще три куста вижу. Черепаха присоединяется к поселению. Класс! Нахрена мне черепах? Ну, зато пельмень теперь не один. Мешка додумался наконец нести сюда ресурсы наши. Ты дурак, пельмень! Взял, взорвался. Строй дерево. Это тоже разбирай, и придется вот это все копать. Так, нет, все, не нужно копать никакие залежи деталей, все, успокойся. Пожалуйста, тебе просто нужно сейчас будет покинуть кабель вот таким вот образом и построить здесь обычную дверь. Тебе нужно в постройке построить обычную дверь, и даже из дерева. И чем раньше ты это сделаешь, тем будет лучше, замечательно. Только у нас нету сейчас электричества, чтобы запитать. Так, пока у нас там пельмешка социально расслабляется, я ему лучше по работе сейчас, пусть он у нас займется садоводство. Это же, по-моему, либо фермерство, либо садоводство. Я точно не помню, но пускай он этим занимается, потому что с едой нужно заморочиться. И ему нужно будет построить в обязательном порядке, даже сейчас, мне кажется, ему просто надо будет встать и сделать себе колышек, потому что это будет необходимые вещи, и, в принципе, лучше иметь колышек, чем не иметь колышек. А что я сказал, сам не понял. А пума тем временем белочку съела. Ну ладно, чё ж теперь. Думал, я ей полакомлюсь. Не вышло, не вышло. Доедай наши последние запасы еды. Классно ты делаешь. А! У нас тут есть газель. Так, переноси ее. У тебя есть куда ее переносить? Нет, съесть не надо. Так, срочно, срочно, срочно приказываю тебе разделочного стола. Да, потому что разделочный стол нам нужен. Я знаю, что он получит дебаф, но ты должен срочно это сделать. Потому что газель нам нужно разделать и хранить. Так, теперь нам нужно сделать склад здесь. Так, складом не будешь являться. Склад вот здесь вот. Здесь я копирую настройки. А сюда я устанавливаю настройки. Замечательно. Тут у нас... Ага, продовольствие. Замечательно. И еще нам нужно будет трупы здесь хранить. Трупы желательно животных. Так, и занимайся... А, так, я не назначил задание. Разделать тушу, сделать бесконечно. Пока есть ресурсы. Да, занимайся этим. У нас теперь есть мясо, которое может питаться пельмень. И оно даже есть частично охлажденное. До минус, думаю, до 5 сделаю, потому что нам нужно заняться простройкой, а именно построить исследовательский стол. Думаю, его здесь вот построить, как-нибудь пристроить вот таким вот образом. И построить хотя бы батарейки, потому что они нам тоже нужны будут. В срочном процессе изучить аккумуляторы. Я думаю, ты посадил несколько, в принципе. Хотя лучше засадить все поле, а потом уже заниматься самими аккумуляторами.
Как можем видеть, у нас внутри достаточная температура для того, чтобы все благоприятно существовало. А так, а ты в принципе не можешь общаться, поэтому нам карман вообще по боку. Ну ладно, по боку так по боку. Бы нам все равно ничего не дал, и мы бы ему все равно ничего не дали, потому что у нас у них ничего нет. Думаю, завтра мы сможем доделать уже сегодня, потому что 5 часов дня мы сможем доделать нашу плантацию. Почему я сделал ее именно здесь? Во-первых, это недалеко от холодильника, а во-вторых, это не в непосредственной близости от мельницы. Скорость роста 100% это очень замечательно. Я думаю, в скором времени мы сможем питаться тем, что сами вырастили. Тут как бы ты ж крыша не там. В данной области я планирую сделать себе аккумуляторную. Одним человеком кардинально трудно играть, проблематично. Не то чтобы трудно, я бы сказал, это проблематично, поскольку персонаж один, а дел нужно делать много. Крыса сходит с ума. Она сейчас пойдет нас атаковать. Так, вы уходите не вовремя. Вы будете ее атаковать? А, замечательно. У нас ей появилась еда. Замечательно. Ты сможешь его сделать? Да, разделывай. У нас появилось еще мясо. Мясо крысы, не то чтобы самое полезное мясо, но... Почему нет? Курица погибла! Сука! Я не вижу погибшую курицу, хоть убей. Может, я слепой просто? Но я не вижу погибшей курицы, поэтому не вижу причин вам злиться на меня. Я думаю, с вами потом отношения повышу. Я не люблю, в принципе, здесь воевать, но воевать придется, и поэтому... Придется повышать отношения. Такого поля, я думаю, нам пока хватит. И ему, фермера и садовода, поставлю на четверочку, а на троечку, вернее, хотел сказать. И сейчас он будет заниматься у нас исследованиями, потому что изучить наш, ну, придется. И, конечно, не предполагал то, что у нас пельмень что-то будет изучать, но, видимо, нам придется изучать данный вид искусства. Конечно, вот такой вот вид питания, то есть от мельницы, является непостоянным, потому что нет аккумуляторов, но тем не менее мы можем видеть то, что у нас оно непостоянное. Я имею в виду то, что у нас непостоянно холодит. Непостоянно находится в охлажденном состоянии, что увеличивает срок хранения продуктов. Так, построить нам нужно сейчас стул обычный. Да, стул это вам не стены строить, это долго. Все, построил, и теперь у нас будет происходить разработка, так понимаю, да? Как быстро ты это делаешь? Делаешь это не быстро, очень не быстро. Ну что ж поделать? Все в крови, все в крови, это пума просто же зверь. Но, в принципе, больше ничего такого не вижу, и продолжаю строить, и, ну, точнее, исследовать. И думаю, это будет долго. Но нам все равно пока делать особо нечего, то есть, не то чтобы нечего делать, то есть, обустройство, базы, это, конечно, все замечательно. Но, что мы можем сейчас сделать? У нас пока холодильник готов, растут наши фермы, и думаю, больше нечем нам заниматься особо. Блять. Я по-другому не могу это характеризовать. Это очень плохо. Рэнди нас очень любит, я вижу. Мы ставим на шахтера единичку и видим то, что у нас заражены растения. Придется срезать. Вот постараемся срезать по минимуму, и этим нужно заниматься в приоритете, потому что эти растения смогут зародить другие растения и так далее. Это очень плохо на самом деле. Пельмень, занимайся это в срочном приоритете, прям максимально срочно. Какой нахуй следуем? Сруба, иди. Хотя бы следующую часть урожая мы спасли. Уже хорошо. И ты что делаешь? Сооружает крыши. Нахуй тебе крыша? Ты, у тебя тут урожай горит, а ты там крышу сооружаешь. Ты придурок или как? Да, конечно, ты геморройчика подкинул. И буквально большая часть, по крайней мере, урожая у нас слетела. Предлагаю пойти. Вот у нас есть туша, замечательно. Пельмень, срочно бери и разделывай тушу. Так, неожиданно. У нас рухнул скот.